Воздушная, нежная и вкусная выпечка для семейного завтрака или чаепития. У булочки ромашка самая простая формовка. Булочки легко отламывать, можно разрезать пополам и намазать маслом, угощайтесь. Просмотрите внимательно рецепт, как приготовить булочку ромашку, и вы поймете, что эту чудесную и вкусную выпечку очень легко можно повторить, очень вкусно со стаканом молока или кружкой чая. Необходимые ингредиенты, досмотревшим ролик до конца. Подготовьте необходимые ингредиенты. Муку просейте в глубокую миску. Дрожжи и сахар разведите в воде. Влейте дрожжевой коктейль в муку. Добавьте растительное масло. Перемешайте. Добавьте соль и замесите тесто, не липнущее к рукам. Тесто поместите в миску, смазанную маслом. Накройте пищевой пленкой и поставьте в теплое место для подхода на 1 час. Подошедшее тесто обомните. Лайкайте, подписывайтесь, комментируйте. Разделите тесто на 7 равных частей, каждую примните в круглую лепешку, соберите тесто в центр, переверните и округлите. Круглые заготовки положите в виде цветка в форму, 23 см, смазанную маслом, накройте пищевой пленкой, поставьте в теплое место для подхода на 40 минут. Подошедшие булочки смажьте слегка взбитым белком, посыпьте кунжутом, поставьте в разогретую духовку на 35-40 минут, выпекайте при 200 градусах. Булочки слегка остудите в форме, затем полностью на решетке под хап полотенцем. Приятного аппетита! Вкусняшки, подписавшимся. Вот что нам понадобится. Мука, 500 грамм, вода, 260 миллилитров, дрожжи свежие, 15 грамм, масло растительное, 2 столовые ложки, сахар, 3 столовые ложки, соль, 1 чайная ложка, белок яичный, 1 штука, кунжут, 1 столовая ложка, количество порций, 7. Палец вверх или вниз, комментируйте, подписывайте. До свидания.